Сегодня мы с вами рассмотрим Ford Mondeo. Начну я с того, что скажу, что в моих видео вы вряд ли когда-нибудь увидите что-нибудь типа как у Кости Академика, как у Жори Кривазова, то, какие отвратительные это машины. Я постараюсь рассказать про него с позиции того, что в ней есть хорошего им. Потому что, ну, чем-то нужно же отличаться от всего остального стада там на Ютубе, которые просто хают все тачки, все подряд. Вообще, по большому-то счету, мысль такая, что можно докопаться до чего угодно на самом деле, до любого автомобиля и найти в нем косяки. Мы попробуем найти положительные какие-то моменты. И, к слову, в Форде Мондео их достаточно много, ну, если только не учитывать название автомобиля. Вот, поэтому рассмотрим поближе, что это за машина. Я все попытаюсь вам рассказать, донести свою там точку зрения. И попробуем все-таки какие-то положительные моменты в этой машине найти. Кстати, когда будете смотреть видео, обратите внимание на то, что в этой машине есть и как это реализовано. Если, допустим, вы собрались покупать какой-то автомобиль в сегменте D, к которому как раз и относится Mondeo, здесь очень сильный игрок, как вы все знаете, это Toyota Camry, Mazda 6, Kia. В общем, вот этот класс автомобилей, бизнес-класс так называемый, он насыщен, в нем есть очень серьезные конкуренты, безусловный лидер это Toyota Camry, но вот как альтернативу рассмотреть Mondeo, я считаю, что очень даже можно, и объясню сейчас, наверное, почему, а вы уже разберетесь там, понравится вам это или нет. Парни, пару слов хотел сказать о моих рекламных интеграциях, которые я вставляю в ролики. Как правило, это то, чем я пользуюсь сам, и то, что я проверял на себе. Сегодня, допустим, я хотел рассказать вам про сайт AliExpress, на котором можно купить... Ну, вы, наверное, все знаете про него прекрасно. Так вот, на нем я купил вот такую вот штучку. Стоит она где-то порядка 600-700 рублей. Это толщиномер. Самый простой. Я слышал теорию про то, что говорят, что он должен стоить в районе там 7-8 тысяч рублей, но чтобы выполнять свою функцию, мерить лакокрасочное покрытие, достаточно вот такой вот штучки за 600-700 рублей. Сейчас покажу, как он работает. Ссылки на него будут в описании. И, кстати, а если вы планируете покупать что-то в интернет-магазинах, я очень рекомендую вам регистрироваться в кэшбэк-сервисе, который называется Letyshops. Им я, опять же, пользуюсь. Сам я неоднократно выводил оттуда денежные средства, поэтому всем рекомендую. Проходите по ссылкам в описании, регистрируйтесь. И также обращайте внимание всегда на то, что я там размещаю. Вот как сегодня, допустим, там будут ссылка на карту с кэшбэком в 10% на заправку. Сразу будут на анкету ссылки в описании. Ссылка на сервис, который поможет вам продать свою машину. Офигенный сервис, называется CarPrice. Заходите, регистрируйтесь, пользуйтесь на здоровье. Сейчас покажу, как работает эта штука. Итак, парни, вот у нас имеется такой старый кубик. И сейчас я покажу, как работает вот эта вот вещь. Ну, начнем мы с крыши, как правило, если машина не была перевернута. То лакокрасочное покрытие здесь в норме. Вот здесь показывает 1 миллидюйм, я насколько понимаю. Дальше здесь 4. Еще раз здесь 6. Вот здесь явно, да, что-то было не так. Сейчас посмотрим, сколько он показывает тут. 10. И мы понимаем, что здесь было что-то окрашено. Отличная вещь. Я считаю, что за свои деньги она выполняет ту функцию как надо. Без проблем. Поэтому проходите по ссылкам в описании. Заказывайте, вещь офигенная, сам пользуюсь. Итак, давайте начнем наш рассказ про него. Начнем мы его с того, что расскажем про двигатели и коробки. Здесь двигатели есть 2,5 литровые, обычные атмосферные двигатели. Есть двушки, турбированные кабусты на 200 лошадей, на 240 лошадей. Вот. А коробки здесь шестиступенчатые, автоматические, гидромеханика 6F35. Ну, про них тоже много кто говорит хорошо, много кто говорит плохо. Вот, почитать можно форумы. Хотя на форумах я на самом деле думаю, что не всегда пишут правду. Итак, что тут интересного? Но из внешности мы сразу можем обратить внимание на то, что здесь стоит диодный свет. И ближний, и дальний, адаптивный. Диодные ходовые огни, и вот так расположены у нас сонары, то есть и по бокам тоже сонары парктроников. Для чего это сделано? Машина паркуется сама,
параллельно и перпендикулярно. Эта функция доступна в максимальных, предмаксимальных комплектациях, в рамках там определенных пакетов. Но в прайсе, который я приложу по ссылке, можно посмотреть цены на саму машину, цены на различные дополнительные пакеты, опции и так далее. Там все понятно, подробно расписано. Итак, паркуется она сама. Здесь офигенно сделан ближний и дальний свет. Ну, внешность — это вопрос вкуса, конечно. Я считаю, что здесь все очень круто сделано. Еще на переднем лобовом стекле мы видим вот такие вот камеры. Здесь есть у нас круиз-контроль, но вот эти камеры, они у нас отвечают за систему Active City Stop. Что это за система? Автомобиль, когда видит какое-то препятствие, он может сам оттормозиться. Это все в бортовом компьютере включается и выключается, то есть все это можно настроить. Вот так боковая линия выглядит. У него бесключевой доступ, понятное дело, имеется, причем это сенсоры есть на всех ручках, не только на передних, но и на задних. Можно закрыть машину, также открыть ее. Часто бывает такое, что это только на передних сиденьях организовано, и то даже на водительском только. Раз уж начали, кстати, мы про безопасность, здесь, понятное дело, полный набор подушек безопасности. Так выглядит передний ряд. Выглядит все, конечно, по-американски, собственно, потому что Ford — это американец самый настоящий. Но опять же, кому-то нравится дизайн американский, кому-то нет. Но я считаю, что если сравнивать с конкурентами, то очень достойно это все дело выглядит. Но что касается безопасности, помимо подушек основных, в Ford есть еще вот такие вот ремни, ремни надувные для заднего ряда. Еще в Explorer'ах есть такие. Но здесь достаточно простенький задний ряд, в принципе, места достаточно, но не самый большой он в классе. Но говорят, в новой именно Camry уже столько же места, не столько, сколько в старой. Обычный подлокотник с таким вот боксиком, вот, и двумя подстаканниками. Диски, кстати, опционально могут быть даже 18-е здесь. Это не топовые диски. Так выглядит корма. Тоже диодные фонари. Камера заднего вида. Ну и также сонары, помимо того, что сзади, есть еще и сбоку. Вот. Но он видит реально вокруг все. Но я покажу потом, как это дело выглядит. Здоровенный, как во всех автомобилях этого класса, багажник. Не, по литрам не помню, но сами можете оценить. Очень большой. Ну и все основные фишки, конечно, у нас внутри. Сейчас я их покажу. Вот, начнем с ключа. Я уже говорил про то, что бесключевой доступ есть здесь, и он здесь нормально по-человечески сделан. Также у нас вот такой ключ. И мы видим, что мы можем его заводить дистанционно. Такие у нас сиденья, 10 направлений и регулировок. Помимо того, что вверх-вниз, подушка регулируется еще по углу и регулируется по углу сиденья. Плюс вот эти вот кнопочки, я потом расскажу, что они из себя представляют. Память сидений на 3 человек. Понятное дело, что у нас есть датчики дождя, света, стеклоподъемники. Фокус. Вот так выглядит руль. Мы видим, что у нас здесь есть лимитер скорости, круиз-контроль, голосовое управление. Синк-система. Система Синк 3-го уже поколения с Sony звуком. Вот. Заводится, понятное дело, он с кнопки. Вот так выглядит бортовой компьютер. И дисплей, то есть здесь аналоговые стрелки, имеется и дисплей. Мы можем полистать расходы, что-то огромные какие-то показывает. На самом деле Mondeo очень редко берут на тест-драйв, не самая популярная в России
машина в этом классе. Опять же, не знаю почему. Хотя знаю почему, но у всех свои доводы по этому поводу. Вот. Вот так выглядит мультимедийная система. И что я хотел еще сказать про сиденье. Раз уж начал говорить про это. Здесь очень крутые сиденья, и крутость их заключается в чем? Никого не удивить боковой поддержкой, но здесь есть такая штука. Ну, во-первых, вентиляция и подогрев трехдиапазонные. Все здорово. Есть еще вот такая вот вещь, сейчас покажу. Это массаж сидений водителя и пассажира. Вот. А также вот такие вот регулировки. Сейчас покажу и расскажу, что они вот обозначают. Первые три регулируют у нас поясничный упор. То есть вот мы выбираем зону, и вот так вот он у нас получается либо надувается, либо валик, либо становится меньше. И мы его можем в трех зонах так регулировать. И самая нижняя. И вот еще прикол, какой здесь есть. Мы можем регулировать боковую поддержку, то есть насколько она выпуклая. Вот здесь вот с боков видно желтым, что мы регулируем. И вот здесь вот снизу боковую поддержку, то есть мы можем прям под себя очень хорошо настроить его. Как у пассажира, так и у водителя. Вот так выглядит SYNC-система. Здесь, понятное дело, у нас навигация есть. Здесь очень хороший соневский звук, реально в фордах звук классный. Вот так все это дело выглядит. Опять же, то, как это нарисовано, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, так вот климат выглядит. Здесь, понятное дело, обогрев руля, также вентиляцию, подогрев сидений, все можно настроить. И шаг температуры в 0.5 градуса. Это тоже очень большой плюс, на самом деле, не везде такое есть. Вот здесь у нас включаются парктроники и автоматическая парковка. Тут мы вот можем выезд тут совершить. Да, есть параллельная, перпендикулярная, понятное дело. Вот, но нам это сейчас не нужно. Короче, автомобиль этот умеет это делать. И уже, кстати, давно. Электронный ручной тормоз. Коробка имеет спорт-режим. Спорт-режим и подрулевые переключатели. Это тоже плюс. Там, ну, в некоторых фордах на ручке сделано переключение передач. И это, ну, откровенно говоря, не всегда удобно. Круиз-контроль здесь не адаптивный. Кстати, вот это вот большой минус. В Explorer адаптивный. Но здесь очень классный свет. У нас сейчас просто очень светло. Не посмотрим, но ночью я ездил, и замечательный здесь свет, на самом деле. Вообще, при покупке автомобиля я бы вам порекомендовал все-таки приехать на тест-драйв, покататься там и на той же шестерке, там Мазде, на Оптиме, на Камри, и вы тогда уже сможете для себя полную картину составить того, что машина из себя представляет. На самом деле, из всего этого, как я считаю, опять же, кто-то может быть поспорит со мной, но вот в плане управляемости, ну, если не лучший Мондео, то, ну, многим дает прикурить, это уж точно. Вот так работает камера заднего вида. Здесь у нас есть адаптивные направляющие. Вот здесь же мы видим автомобиль, и он нам показывает, как он видит обстановку вокруг. Очень хорошее разрешение. Вот. Не на всех, конечно, японских и корейских машинах такое увидишь. Вот так работают парктроники. Сейчас покажу. Вот у нас препятствие. И вот так вот вокруг он видит все. Сейчас еще раз. Вот таким вот образом. То есть он еще и сбоку видит там что-то и показывает ближайшие нам препятствия. То есть парктроники здесь очень классно работают, на самом деле. Так, сейчас попробуем мы немножко на нем прокатиться, посмотрим, опять же, какой он в движении в себя. Я ездил, знаю, какой он. Офигенный он в движении. Опять же, вот камеру видно, как работают парктроники, я уже рассказал. Вот, кстати,
так он видит препятствие. Ну, я говорю, что он практически в круг все видит. Вот сейчас мы еще вот Патрика должен. Вот. То есть он видит вот сбоку тоже, что у нас препятствие находится. Вот мы видим Патрик. Очень достойная шумоизоляция здесь вот на Эксплоре. Кто-то, кстати, поехал на тест. Подвеска, опять же, ну, наверное, не такая вальяжная она, как на Toyota Camry. Вот, но зато при всем при этом машина очень хорошо будет рулиться. Напомню, двушка турбированная EcoBoost, 200 и 240 лошадей. Здесь, по-моему, 200 у нас. Не самый топ, но я сейчас не уверен. Но так или иначе, разгоняется он вообще офигенно. Уж не знаю, так же, как вот Камрюха 3.5. Но это вам лучше, конечно, съездить на тест-драйв и проверить это самостоятельно. Вообще, на самом деле, я бы не стал доверять там обзорщикам, форумчанам. Вон, Optima, кстати, это тоже вот одноклассник. Но Optima неплоха. На самом деле, в этом классе все машины очень хорошие и достойные, как я считаю. Можно, конечно, придираться к чему угодно. Еще раз повторюсь, можно придраться при особом желании. Да что говорить, машинам за 10 миллионов придирается. Да. Ну, вот по той же мультимедиа, опять же. Вот фордовский Sync, да? Сядь в Range Rover и посмотри, как тупит там все. Ну, это тем, кто говорит, что в Форде там подтормаживает. И ты просто офигеешь, хотя там автомобили гораздо дороже. Опять же, в общем-то и целом, машина же офигенная. Ну, вот есть там небольшие косячки. Вот сейчас была большая кочка и... очень хорошо она ее проходит. Конечно, сейчас бы сразу сесть вот на Камрюху и посмотреть, ну, сравнить подвеску. Но я не думаю, что здесь она какая-то, ну, недостойная. Сейчас будет извилистая дорога, по которой мы уже не раз ездили. И мы попробуем то, как он управляется. Вот бы еще полный привод бы ему. Ну, машины, понятное дело, только переднеприводные. Но на руль прям это ощущается сразу, что реагирует очень круто. И когда едешь, нет ощущения того, что это огромная машина. Она реально большая. Под 5 метров, сколько я помню. Руль удобный. Можно, конечно, придраться к дизайну. Опять же, много кто говорит про то, что дизайн типа не ахти. Не все любят фордовский американский дизайн. Но я к этому числу не отношусь. Мне нравится, в принципе, как здесь все выглядит. Просто, понятно. Ничего лишнего. Без выпендрежа. Сейчас отпустим Камри. Она-то быстро не входит в поворот. А мы попробуем на скорости. Он даже притормаживает на этом. Изумительно управляется, что уж говорить. Парню на Камри, наверное, так не кажется, когда он едет за рулем своей машины. Опять же, ничего плохого не хочу сказать про Тойоту. У нее офигенная плавность хода, и, наверное, она даже будет поинтереснее, чем здесь. Но говорить о том, что это вот единственный автомобиль в этом классе, я бы не стал. Очень их много. И говорить про то, что там Toyota обладает супер надежностью какой-то, я бы тоже не стал.
Но так уж он прям медленно проходит, конечно. Повороты. На ней даже видно, как она хоп, так кренится. Но зато плавность хода. У нее офигенная. Тормозит, кстати, что шикарно вообще машина. Ну вот на руль можно посмотреть, как она реагирует. То есть просто изумительно вообще управляемость. Офигенная. Я про все Форды так говорю, но если так и есть, реально. Тройное срабатывание поворотника, понятное дело, тут тоже имеется у нас. Но так набирает он скорость. И по дороге просто как утюг едет. Руль наливается, это тоже чувствуется. В общем, после таких тестов начинаешь понимать, что в нем хорошего. Прям ощущается, что руль наливается. Такие в затяжные повороты тоже классно входить. Кренов нету. И еще один такой вот поворот. Мондео позволяет расслабиться за рулем. Попробуем разогнаться с лепестками. Сейчас 50 километров в час. Но он сам все равно переключает. Переключает, зараза. Кстати, в обычном динамик тоже можно включить лепестки. Не обязательно спорт режим включать. Но если долго ты не переключаешь, он понимает, что ты, наверное, забыл, и начинает переключать сам. Тормозит изумительно. Но опять же, для чего нужны, как правило, там подрулевые лепестки? Если нам нужно обогнать какой-то автомобиль, мы можем скинуть передачу, обогнать, а дальше он сам начнет уже переключаться, как ему нужно. По большей части для этого. На самом деле там пытаться что-нибудь спортивное из него выдавить, но это глупо, это не спортивная машина. Но характер у нее есть точно. Дорогу изумительно держит. Я думаю, что если покупку рассматривать именно в D-классе, то к Мондео определенно стоит присмотреться. Когда вот едешь на нем, реально понимаешь габариты, и нет ощущения, вот еще раз повторюсь, того, что машина какая-то большая. Гуси. Панк, блин. То есть тебе пофигу, да? Его коза, козел. Ты про водителя?
Про животное. Ну, я... Ничего не меняется. Вот такой вот получился у нас небольшой обзорчик Форда Мондео. Приезжайте на тест-драйв обязательно и к дилеру Форд, и в любом случае перед покупкой машины я рекомендую вам покататься на всем, вот в том классе, который вас заинтересовал. Все, прокатиться на каждом автомобиле, и тогда вы для себя уже сможете принять решение. Потому что очень часто люди покупают машину, просто почитав форумы. Есть такие реально, я продавал автомобили, знаю. Потому что какую-то машину считает хорошей сосед, неважно, родственник. Вот. Если заинтересует именно Ford, кредит, наличка, лизинг, неважно, можете обратиться по номеру телефона. Я оставлю в описании. Лучше, конечно, WhatsApp, можете ВКонтакте где-то написать, тоже ссылка есть. Может быть, попробуем договориться о хорошей цене для вас. Ну, если, опять же, вы реальный покупатель. Скорее всего, найдется кто-нибудь в комментариях, всегда такие есть, кто скажет, а, вот, наверное, поэтому Ford хороший, потому что, ну, типа, обращайтесь ко мне за скидкой там и так далее. Опять же, я никого не агитирую никогда покупать определенную марку. Вы должны сами решать, люди взрослые уже. Но если хочется Форда, обращайтесь. Попробуем договориться о хорошей для вас цене. Также не забывайте на канал подписаться. Лайк поставить, все об этом просят, но и большинство людей, естественно, не понимает, нафига это нужно. А я могу объяснить. За это все люди, которые выкладывают ролики на YouTube, не все, а тех, у кого включена монетизация, зарабатывают денежку. Это повышает лайки, повышают, собственно, его в рейтинге, и видео чаще выводится в топ из-за этого. Чем больше комментариев и лайков, тем выше оно в топе по запросу. Вот, поэтому, собственно, вас постоянно все и просят ставить лайки. Но, опять же, это дело ваше, конечно, но я не думаю, что ты там переломишься, если нажмешь там кнопочку. Опять же, если, конечно, тебе понравилось то, что человек говорит. Так что лайки ставим, подписываемся. Всем счастливо.